Вот сейчас мы находимся в подвальном помещении, которое не относится ни к одному из домов, находящихся наверху. Видимо, сотрудники местной ДЭС сюда частенько захаживают. Очень живописный подвал следующего дома, подвала которого объединяются с этим. Вот один из таких овальных люков, старинных, через которые мы сюда попали. А вот действительно интересная находка из, наверное, 50-х, 60-х годов.